Как облегчить состояние неизлечимо больного человека, когда возможности радикального лечения уже исчерпаны? Развитие паллиативной помощи обсудили на заседании Гродненского горосполкома. Поделиться опытом пригласили докторов, которые трудятся в так называемых клиниках боли. Сегодня около 10 тысяч пациентов. На Гродненщине поставлен смертельный диагноз. В первую очередь это онкологические больные. В городе Гродно их количество с 2007 года увеличилось на 23%. Как было отмечено на совещании, чтобы облегчить жизнь таких людей, за последнее время в Гродно сделано немало. Однако остается ряд нерешенных вопросов. Открылись хосписные койки в составе 2-й городской больницы, 3-й городской больницы. Скажем так, наполнилась своим содержанием качественно помощь в плане оказания психологической помощи, в плане улучшения купирования болевого синдрома. И мы обращаем внимание на то, чтобы не только оказывать помощь самому пациенту, но и его ближайшему окружению.